Всем привет, меня зовут Юл. Хочу рассказать вам о методе быстрой и удобной фиксации проводов в штробе. Метод, который придумал буквально вот в эти сутки. Значит, что мы делаем обычно? Для того, чтобы зафиксировать провода, мы их фиксируем вот так вот гипсом, да? Но до этого мы сверлим вот такое крепление, стягиваем стяжкой. И потом только начинаем накидывать вот эти гипсовые ляпушки. Метод не всегда удобный, потому что, во-первых, надо сверлить. Во-вторых, если проводов больше, чем один, они собираются в пучок, получается большой диаметр. Значит, надо либо глубоко делать штробу, либо придумывать, как их поставить плоско. Так я уже делал давно, пытался. В общем, не очень это удобно, не всегда, когда больше, чем вот три провода, вообще труба. Значит, что вчера придумалось? Вчера придумалось использовать рейку как распорку. Отрезаешь ножовкой рейку, забиваешь молоточком, и оно держится. Все классно, но есть одно неудобство. Рейка, не всегда есть нужная под рукой. Ее надо пилить, она должна попасть точно в размер. Короче, у меня это все вчера заняло время. Но, как бы я не сдался, придумал офигенный метод. Идете в ближайший лесок или под окнами, собираете вот просто веточки, берете кусачки, берете вот так вот веточку, прикладываете к штробе, чик, и в этом месте пальцем, где зафиксировали, кусачками откусываете. Получается кусочки маленькие. Этот кусочек просто вот так вот рукой вставляете. Если надо, молоточком подбиваете. Он распирается очень хорошо. И в итоге, вот посмотрите, буквально за 5 минут работы я зафиксировал вот этот вот пучок проводов. Максимально плоско, максимально глубоко. Все четко, не шевелится ничего. И даже вот такой вот маленький кусочек с пальцем толщиной мне удалось зафиксировать. И все держится прекрасно. Считаю этот метод очень суперским, очень классным. Берите на вооружение. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо за просмотр.